В эти замечательные августовские дни, накануне нового учебного года, древняя Елабуга вновь становится настоящей педагогической столицей нашей республики, центром притяжения для лучших учителей, ученых и методистов из регионов Российской Федерации и зарубежных стран. С 14 по 17 августа в стенах Елабужского института КФУ пройдет 4-й международный фестиваль школьных учителей. На протяжении этих дней в стенах вуза пройдут публичные лекции, круглые столы, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации передового педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная программа, ярмарка учебно-методической литературы и творческие и профессиональные конкурсы. В первый день участники прошли регистрацию и познакомились с музеями института. Кроме того, для них были организованы вернисаж и выставка рукоделий, где гости фестиваля могли собственными руками сделать сувениры и магнитики. После этого участников поприветствовала директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон. Она ознакомила гостей с программой фестиваля, которая будет очень обширной и насыщенной. Кроме того, она рассказала и об Елабужском институте КФУ, его истории и традициях, и о новых программах и проектах, успешно реализуемых в стенах вуза. Учитель нового поколения, Интеллета, ХЯЛ, школа журналистского мастерства, детский университет и многое другое. Также с приветственным словом выступила главный редактор журнала «Новое образование» Елена Блинова. Модераторами первых мастер-классов стали преподаватели Елабужского института КФУ. Они обсудили вместе с гостями международного фестиваля такие актуальные проблемы, как педагогическая конфликтология, как условия экологичности отношений, совершенствование организации исследовательской деятельности школьников и прием активизации познавательного интереса учащихся, профилактику употребления психоактивных веществ в работе классного руководителя. Кроме того, вечером гостей фестиваля ожидала приятная пешая экскурсия по городу с посещением музеев. Айсулу Хлявкаева, Динара Нуриева, Владислав Соловьев, Айдар Салихов, служба новостей Елабужского института КФУ.